Степа, пойдем в шершиное гнездо посмотрим вместе. Давай ботинки свои. Иди посмотри, потом домой. Пойдемте в склад туда, где зерно, у дяди Игоря. Ну, они должны быть на высоте. Даст Бог, не укусят. Вот где-то там в конце надо посмотреть внимательно, где оно может находиться. Вот тут у нас ласточки. Вот они. Ух, стремительные какие. Ну да. Так вот они делают. Вон сколько их летает. И это зерно же. Прямо по зерну приходится идти. Вон сколько их набилось. Ласточек. Да, посмотрим. Это шершни? Ну да, вон они. Вон, видишь? Высоко как. Это мед? Нет, шершни, это не мед. У пчел мед, а у них нет. У них. А вот хара, что, что они наверху, а чтобы они бы укусили? Конечно. А почему они ласточек не укусят? Вот они такие, шершиное гнездо. Большое такое. Да, большое. И что-то ласточки беспокоятся так. Тут много, прям ласточек. Много, да. А вот это черное, это не тоже не гнездо? А? Это ласточиное гнездо. Ласточки. А кто тряпкой намотал на гнездо шерстяное? Какую тряпку? Нет, это не тряпка. Это так они сделали, видимо. Надо душ. Одна сата, не знаю. В губу, в нос и в этот как. И в палец укусили. Ну, ничего, я пошла потом. Нос маленько вот распух. А куда ты так залез, что он у тебя? Да там, ну, в саду, там одно гнездо, ну, не гнездо такое, как, да, ну, такая коробка, а на крышке, эту, как, а, да, на крышке осиное гнездо. Да, я хотела посмотреть, что там, кто там. Да, тут большая высота. Хорошо, что они не расходят. Метров 6, наверное. Они так бы укусить бы могли. Конечно. Ну, я никогда этого не видел. В деревне живешь, тут много чего увидишь. А никогда это гнездо... Я в Томске живу, это далеко. Ты же в самом городе живешь, да? Да, в Томске. А пока живу в городе. Через год буду в деревне. А когда они построили это гнездо? Ну, кто его знает? Не знаю, Степа. Ну, 2 года. Ну, ладно. Что, пойдем тогда. Тут посмотрели мы шершиное гнездо. Пошли обратно. Много гнезд. Да, конечно, ласточинок-то вон сколько. Вон сколько гнездочек. Кругом ласточиные гнезда.
ласточек. Ага.